У нас, посмотрите, что на дороге творится. Каток. Вчера где-то с обеда до позднего вечера шел дождь. Сегодня подморозило под утро. И просто дороги, это гольный каток, идти невозможно. Я вчера тоже так упала. Такая боль была. Я думала, там все у меня порвалось, колени. Нет, все нормально. Потом боль отошла, все хорошо. В общем, мы заехать не смогли. Решили завернуть и сразу в сугроб. Потому что вот на таком, посмотрите, гололеде машина просто... Просто поехала прямо, скатилась. Сейчас Сережа решил проехать вниз и оттуда уже сюда вот так заехать попробовать. Потому что отсюда сверху мы не можем заехать. Машина скатывается. Ладно, хоть бампер целый, все. Немножечко только вот задели сугроб. Вообще ужас. Что творится? Что, не получается? Попробуй, Сереж, может попробуй туда. Вон, смотрите, она прямо скатывается машина. Давай. Ни в какую по льду, ни в какую. Ой, что творится вообще. Вон, смотрите, она даже не тормозит. Вот такой у нас каток. А если, Сереж, вот так и по боку? Там вот, вот здесь вроде получше. Просто никак. Да. Видишь, здесь немножечко подъем. Пытаемся уже пятый раз. Ни в какую, смотрите. Ой, машину просто сносит. Смотрите, она просто катится по льду. Все, решили домой. Раз сегодня никак не заехать. Вот хорошо, что еще хоть в городе квартира есть. А так вот как вот, да? Хоть на улице ночуй. Я даже боюсь, как мы сейчас тут будем, как мы тут сейчас будем забираться наверх. Сейчас пока сборки едем. Ой, тихонько. Прямо заносит машину, заносит. Ой, как страшно, страшно. Ой. Твою мать, блядь. Пиздец, мы врезались. Вот так заносит машину. Твою мать. Да вот у нас здесь поломался бампер. Машина тоже, смотри, не может заехать еле-еле. Это не наша. Это не наша, это кто-то до нас здесь тоже. Это вон валяется, видишь, вон. Тоже кто-то здесь не мог подняться сегодня. Да. Бампер. Ну ничего, бампер — это ерунда, замена. Самое главное, мы целы, здоровы. Развернулись, пытаемся потихонечку подняться. Сереж, попробуй по краешку, там получше. А вижу, уклон идет. Ой, там вообще что творится. Я не знаю, как автобусы сегодня будут городские ходить здесь. Но это очень страшно, это очень опасно. И плюс там вот еще спуск есть. Вот это вот какой-то участок самый такой страшный. Может, притормаживать здесь, Сереж? Повороты несет, блядь. Там просто еще поворот. Сегодня вот все поездки нужно отменять, которые межгород. Это просто, я не знаю, это будут одни аварии, одни ДТП. Такого нету. А здесь как будто мы это, здесь как будто все по-другому. Здесь снега больше у нас. Если вот видите, дождь прошел, здесь гололед страшный. Все, здесь асфальт, посмотри, да?